Работаем! А можно отпустить Марину? Ну, конечно, можно! Ух ты! Ого! Так. Так, ну где у нас команда? У вас никогда не бывает гостей, да? Бывает, но она вот так вот может себя вести. Ага. А ну, может прямо прыгать сверху, вот бабушки, дедушки, очень пожилых, это вообще поняла. Просто святая. Хорошо. Молодец. Ну вот же, может же не орать и верещать. Психика хорошая, адаптация великолепна, вы просто мне объяснили. Ника, поехали. Она умница, она быстро очень схватывает. Но она почему-то считает, что вы не стоите. Вообще-то. И вот она говорит, ну а давай посмотрим, что будет. Она никогда не прыгала, то мне кажется, высоко. Ника, иди сюда. Это очень низко для вашей собаки. Вперед. Ника, тумба. Тумба. Ника. Давай, вперед. Вперед. Еще раз. Давай, давай. Давай, вперед. Вперед. Нет, она сама может прыгнуть. Ника, иди сюда. Иди сюда. Вперед. Ой. Ай, молодец, браво, хорошо. Ты ж вот подумай. Запрыгнула. Сюда, вперед. Тумба. Хорошо. Хорошо, хорошо, молодец. Она лучше на самом деле. Я знаю. Езжать. А! Нет. Вернись. Нас отвлекает все. Сидеть. Абсолютно все езжать. Нас отвлекает. Нет, нет, лежать, лежать. Попровоцируйте собаку. Сидеть. Хорошо, молодец. Хорошо, пойдем. Видите, может держаться. Сидеть! О, как может, видите? Скажите, а кота вы выпускаете по улице походить? Он здесь? У нас раньше гулял, по саду. А сейчас он у нас живет только на третьем этаже. Поняла. И даже вчера папа его, когда мы уезжали, пробовал спустить, он говорит, он муркает, все, но он сразу же улетает на третий этаж. Из-за нее он не ходит на улице, да? Из-за нее, да. А раньше он ходил нормально туда, да? Хорошо. Попросите мужа кота принести. Сюда. На улицу? Мы займемся вашей террористкой. Нет, нет, нельзя. Нельзя сидеть. Нельзя. 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 Сидеть. Нет. Нет. Ай, браво, ай, браво, девочка. Ай, браво, дай лапку. Лапу дай, вот эту дай. Лапу. Лапу дай, вот эту лапу. Ничего себе. Тормозишь. Дай эту лапу. Лапу. Ай, умница, хорошо. Дай ту. Ай, браво, хорошо, дай эту. Эту дай. Еще раз давай. Давай быстро. Хорошо. Нельзя грызть. Нельзя, этого я не люблю. Хорошо, сидеть. Кота ждем. Кота. Кот у тебя, да? Гулять не может кот. Нехорошо. Нехорошо, девочка. Надо, чтобы тоже ходил. Ты ходила, и она ходила. Он, наверное. Кот же у нас там, да? Если кот, то точно он кошак. Не перепутаю, да? Это не то, что я. Хорошо, да. Рядом пока. Ну-ка, давай прогуляемся. Рядом. Умница, да, молодец. Смотри, какие розы. Смотри, красиво как, да? Хорошо, рядом. Рядом. Молодец, хорошо. Сидеть.
Хорошо. Ух ты мой хороший мальчик. Рядом. Нельзя. Хорошо, нельзя. Спускайте вниз. Вот здесь вот подержите. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Хорошо. Нет. Сидеть. Сидеть. Хорошо, да. Нельзя. Тихо. 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 Хорошо, лежать. Лежать. Хорошо. Лежать. Лежать. Хорошо. Да, хорошо. Лежать. Нельзя. Иди сюда. Хорошо. Хорошо. Иди сюда. Разворачивайся. Безобразие какое. Кота уже нельзя вынести. Лежать. Лежать, я сказала. Лежать. Хорошо. Ну, вот тут его подержите, чтобы нам лучше было видно, что кота. Ты моя прелесть. Хорошо. Вы же надо садиться на ступеньки. Можно, чтобы пониже? Демократично. Да-да-да. Чтобы нам пониже было. Хорошо. Рядом. Рядом. Иди сюда. Значит, прям кота нужно выносить. Во-первых, ему подышать надо. Это полезно для животных. Эй! А во-вторых, ей нужно привыкать. Иди сюда. Развернулась, села. Села быстро. Сидеть. Хорошо. Хорошо, молодец. Лежать. Лежать. Что она верещит опять? Это вот это теперь верещит. Он говорит, да, говорит, я вообще-то живой. Хорошо. Ника, сюда. Иди обойди меня. Хорошо, сядь. Молодец, молодец. Хорошо. Так, ну давайте на ступенечку кота посадите рядом с собой. А я просто боюсь, чтобы он не убежал. Он потом не вернется из-за нее. Тогда держите. Да. А нет у вас там ошейничка для кота с поводочком? Он всегда сам гулял, а я боюсь, что если мы сейчас его выпустим, то он может. Он просто уйдет и не вернется. Хорошо, он поняла. Сразу... Поняла, тогда не надо. Иди сюда, иди сюда. Даже не думай. Иди сюда. Хорошо. Мое. Мое, я сказала. Сидеть. Лежать. Лежать, я сказала. Лежать. Хорошо. Лежать. Хорошо. А можете на одну ступенечку повыше пересесть? Да, конечно. Лежать. Хорошо. Да. Молодец. Хорошо. Лежать. Сидеть. Сидеть, включайся, дорогая. Хорошо, иди сюда ближе. Ближе. Она его, если честно, любит. Она хочет его облизать. Лежать. Вот лапой тронуть. Она его не съест. Нельзя. А просто облизать. Нельзя. Нельзя трогать. Коты не любят, когда их вылизывают собаки, я вам честно скажу. Потому что после этого они пахнут псиной. Его коты другие уважать не будут. Смотрите. Значит, в чем суть упражнения? Совсем не обременительная с точки зрения физики для вас. Значит, если есть член семьи, конечно, лучше. Вот муж ваш достал кота подышать, вывел его, да, например. А вы вот такого добились ситуации с собакой. Вот такое, расслабленное, спокойное, чтобы она понимала, что трогать нельзя. Не надо кота трогать. Рядом находиться можно, даже чуть-чуть понюхать, чуть-чуть буквально, вот как я дала чуть-чуть, ну, чтобы она поняла, что это вот именно этот кот, да? Вот, все, больше, да-да-да, это на нервной почве у него. На нервной почве и весь покрылся прям сразу. Да-да, это на нервной почве, у них часто так бывает из-за этого. Конечно, если на вас большой медведь-то будет постоянно рычать, вы тоже будете с перхотью, скорее всего. Лежать. Хорошо, лежать. Вот, смотрите, довольно расслабленное состояние у собаки. Да, она готова на старт, если он встает. Но она ведет себя довольно спокойно сейчас. То есть она может так себя вести, просто по какой-то причине она вот устраивает вам эти программы, шоу, и почему-то считает, что это круто. То есть это ее задача, как бы это ее дело, гонять кота. Так вот, значит, вот так вот вышли вдвоем, вы контролируете собачку. Эй! Лежать! Да. Контролируйте собачку, причем на дистанции, чтобы было видно, да, что вы на дистанции. Вот. А муж ваш вот так вот поглажит кота, ему и подышать хорошо и полезно. Может быть, глядишь и гулять он будет, да. Но вот ей мое нельзя. Дайте ей понять, что не трогать. Смотреть можно. Иди сюда. Иди сюда. Мимо. Хорошо. Молодец. Хорошо. Вернись.
Вернись обратно в это место. Эй! Хорошо, лежать. Прям быстро, прям вот здесь. Назад. Лежать. Лежать. Хорошо, хорошо. Вот так, молодец. Хорошо. Лежать. Да. Хорошо. Ну вот смотрите, надо расслабляться, надо привыкать к обществу. То есть все она прекрасно делает при коте, не нервничая и даже не вереща. Ну вначале она свою включила, это обычно я истеричка, да, при виде кота. Но сейчас она вполне сосредоточена на работе. И если в присутствии кота даже на улице, хотя бы вот в тенечке здесь, вы поработаете немножко, это будет только ей на пользу. Но требуется время, то есть за один раз, конечно, мы не можем ничего сделать. Но лежать, да, хорошо. Лежать. Уйдет, абсолютно уйдет, нужно время, терпение. И, конечно, помощник, потому что вы не можете заняться и котом, и ей в две руки. То есть вы можете теоретически это сделать. Но у меня это получается. Ну что, вот я на нее кричу, я ее, знаете, что у меня получается? Я могу выйти с котом, она будет прыгать, я, ну, истерика вот у уже будет. Уже все плохо, уже не годится. То есть давайте еще разочек с котом, он же не тяжелый, вы можете его поносить на руках, да? Хорошо, вот давайте внутрь войдите, обратно выйдите. Сейчас мы только ее подвинем, чтобы ее дверь немножко не зацепили. Лежать. Вот так. Лежать здесь. У нее реакция первая идет очень активная на выход. Да. Поэтому лежать. Вот прямо здесь лежать. Давайте туда-обратно. Я сказала лежать. Лежать. Хорошо. Да, лежать. Хорошо. И вот динамика у нее, вот если двигаться, то... Лежать. Хорошо, не закрывайте, просто походить туда-сюда пока. Мы пока не тянем, чтобы дверь туда обратно. Хорошо, выходите. Лежать. Хорошо, держи. Молодец. Хорошо. Ну, присядьте еще. Прикройте дверь там, присядьте. А, она сама не закроется. Она сама закроется сейчас. Хорошо, молодец, да. Иди сюда. Нет. Хорошо. Обратно. И вернись. Вернись, хорошо. И... Мое, лежать здесь. Хорошо, да, молодец, хорошо, лежать. Вот такие вот упражнения каждый день по 10 минут. Но если она начинает сразу верещать, это уже плохо, это уже бесполезно. То есть вот чисто, чтобы 20 минут ждать, когда... Лежать! Когда она привыкнет, не годится. Она должна сразу не прыгать, да? Поэтому сейчас мы с вами поднимемся, вот так вот чуть-чуть пройдемся и опять вернемся на динамику. Подержите кота на руках. Иди сюда. Вставайте, пожалуйста. Угу. Вот просто мне очень надо, чтобы она прыгнула хотя бы разочек. Хотя бы... Эй! Хорошо. Так, замечательно. Ей команда сидеть, а вы обойдите разочек ее. Сидеть. Да, обойдите. Это вот то же самое, что со струей. Ей очень хочется вот погрызть от того, что она добрая. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Ага, здесь самый сложный вариант. Значит, тогда да, сначала первый вариант, как был до этого. Не перебивай меня. Сначала вот посидеть немножко, чтобы она немножко адаптировалась. Вот такими. Выход. Вы контролируете собаку, муж ваш с котиком на руках, можно его погладить. Чисто релакс. После этого, сейчас она просто не тянет нагрузку, можно походить, подвигаться. Сейчас еще разочек обойдите собачку, пожалуйста. Сидеть. Сидеть, я сказала. Сидеть. Хорошо, хорошо. Сидеть. Но вообще, если есть возможность... Если есть возможность сходить в зоомагазин и купить легкий ошейничек с поводочком, чтобы можно было его на землю опустить, чтобы он походил, с гарантией, что он не убежит, конечно, да-да-да, исключительно для этого, да? Эй, иди сюда, хорошо. Вот, очень бы желательно, молодец, молодец, хорошо, хорошо, иди сюда. Мое. Села, ну-ка, села быстро, легла, легло, хорошо. Конечно, ее раздражает вот этот вот звук, ей хочется, она думает, о, он приглашает играть, почему не пускают, да? Но кот совершенно по-другому, так сказать, интерпретирует этот звук. Нет, иди наверх, сейчас подержите, наверх иди, нет, выше иди, выше, иди наверх, сидеть, 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 быстро,
Хорошо. Хорошо. Вот так. Так, еще раз туда и обратно. До двери обратно. Входить в дом не надо. Сидеть. Нельзя. Мое. Мое. Нельзя. Нет, не надо в дом. Сюда. Сейчас. Развернись. Развернись. Сидеть. Хорошо. Еще раз туда и обратно. Нельзя. Хорошо. Хорошо. Нормально тут такая пощелкает? Хорошо. Эй! Замечательно. Вот тренировка на контрасте, да, смотрите. Сидеть. Вот ей нельзя, да? Сидеть. Можно. Стоп. Отойди. Отойди. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Нельзя. Не, нельзя. Видите? Нельзя. Нет. Сидеть. Нельзя. Сидеть. Хорошо. Можно. Хорошо. Фу, иди сюда. Иди сюда. Сидеть. Нельзя. Нельзя. То есть интеллект высокий. Собаку нужно приучить к тому, что она слышит вас. Что-то нельзя, что-то можно. То есть вот такое упражнение на контроль эмоций очень нужно. У нее очень сильный сидеть. Очень сильное возбуждение, она очень эмоциональная, очень быстрая у вас. Но ее очень трудно погасить, и в том числе ей самой себя трудно эмоционально погасить. Поэтому вот это упражнение, например, учит ее контролировать свою эмоцию. Только что можно было, но ей нужно подождать, она должна дождаться, чтобы ей было можно. И сейчас ей нельзя, а она смотрит, и нельзя. Видите, как ей хочется? Но она может себя контролировать. Поэтому здесь мы можем ее поощрить и дать ей то, что ей хочется, например, но было нельзя, но сейчас вы разрешили. Да, молодец, можно. Стоп, иди сюда. Эй, сюда иди. Сидеть. Нельзя. Нельзя. Вот она ждет, она контролирует свою эмоцию. Эй. И у нее неплохо получается. Для того возбуждения, которое она грызет, вот прям истерично, да, для нее это очень сложно сейчас. Она прям молодец. Вот то, что она вот так вот на лапах еле-еле, но сидит, это прям она очень молодец. Нельзя ждать. Ждать. Хорошо. Сидеть. Сидеть. Можно. Понятно, да? Вот такое упражнение. Нельзя. Нельзя. Так, сейчас все, пойдемте. Будете ее протирать там, нет? Посмотрите, как или она сама встряхнет. Она сейчас встряхнется. Пойдем, обезьянка. Так, все.